Так, привет, народ, это Альвинос. Как вы видите, я нашел новую интересную, ну, с моей точки зрения, интересную сборочку. Смысл ее в том, что это Йодбокс. Раньше была такая сборка на 1, 2, 3, по-моему, версии. Ее даже Мел проходил, кто? Мел Хорус. Самые первые видео, которые я смотрел от Мела, они были прохождение Йодбокс. Она отличалась тем, что там было много приключений, и вот в этой сборке этого нету, но там можно было копить ХП. Там начиналось с 4 или 2 сердечек, и со временем его набирал. Вот, и еще чем примечательно, тут есть официальный сервер, то есть если вы хотите поиграть с друзьями, вы туда нажимаете, я сейчас нажимать не буду, потому что попаду сразу на сервер, тут не дает там что-то сделать. А, хотя есть же вот мультиплеер. Хотя вот так вот, если вы берете рефреш, он не работает. Почему-то вот видите, ее нету. Но если вы называете официал сервер, вас туда запускают, там, по-моему, не регистрироваться, ничего не надо. Ну, я покажу. Давайте я зайду в тестовый мир свой и немножко так пробежимся по модам и по всему прочему. Так, ну вот, добро пожаловать в мир Йодбокс. А, сейчас. Не то. Вот, если я перейду в нормальный мод, видите, у меня почему-то сразу много сердечек. Но одно плюс, что оно, вот эти вот сердечки, когда в Йотбокс настоящий играете, их поменьше, намного меньше. Вот их столько, их надо прокачивать. Но тут как бы есть плюс, что когда вы не едите, у вас все равно пополняется. Видать, вот этим и, как это называется, немножко сбрасывает, ну как это, немножко компенсирует то, что этого, может, мода такого нет. Вот, ну вот, как видите, сразу появился, я по идее появился, у меня есть простая деревня, есть эти данжены и же рели, как они, по-моему, мод Angels, есть курички, которых можно разводить. Ну, кто играл на скайблоках, знает. Вот так, кому интересны параметры, вот у меня стоит Ява 0.8.12, и из 8 гигов, которые я выделил из 16, ест по качеству 2 гигабайта. То есть минимум 4 гигабайта, я так понимаю, надо. Ну, вот CPU, видите, Core i5-7300-2500, NVIDIA GTX 1050, 170-160 FPS на данный момент. Так что, ну, примерно имейте в виду. Вот. То есть, может, по идее, на слабых. Вот чем мне понравилась эта сборка? Ну, во-первых, миллинер. Можно с ними торговать. Но миллинер, и они очень сильно изменились, эти миллинер. Во-вторых, есть эти, я даже не помню, реликвии, Dangerous, или как, ну, эти знаменитые, как они, данжи. Так, знаменитые данжи, в которых, где это ночное, Invisible, ночное зрение, где Night Vision. Ну, где очень много данжев, и мы можем, вот эти вот знаменитые данжены. Я думаю, все их знают, тут можно полутать, вот, эти, вот, приодеться, при это самое, ну, всякого понаделать тут можно. В общем, уж чего-чего, а в этой сборке данжей хватит на всех. Вот, 640 килобайт хватит на все. Вот, так что тут данженов хватит тоже на все. Поэтому, но это не самые, может, интересные данжены. Вот, тут есть одна игра, которую, один мод, который я увидел у Pan Minecraft. Он его очень рекламировал. Сейчас он, наверное, ну, обновился, и поэтому намного лучше. По карте можно и так не сюда. Вот. Ну, вот такие вот попадаются. Это, по-моему, просто данжены. Но очень часто попадаются вот такие вот строения. Вот. Это у нас Ancient Warface Structures. Тут, в общем, к ним лучше не подходить, они начинают вас атаковать. Тут, в общем,
Я даже не знаю, как тут показать. А, мне же можно быстро перерубить. Если перерубаюсь, вот появляются чуваки, и они сразу же начинают вас атаковать. Так что тут вот. Я их про это самое. Вот они. Войны. И насколько я знаю, тут можно создавать своих воинов. И идти, в общем, нападать на них, захватывать вот эти вот башни. Довольно-таки интересное задание, занятие. То есть вы можете создавать свою армию. А, вот тут уже миллионеры что-то делают. И еще внизу там я что-то интересненькое видел. Да, вот это вот миллионеры, допустим. Что вы хотите, миллионеры? Вот они написали. Давайте уж поможем жителям, да, что им надо? Камень обычно, кобблстон, там стекло, оружие хорошее выдадим, давайте. Вот. И, ну, где ты? Здорово. На тебе оружие. Тут, кстати, в новой версии можно дарить или продавать. Нате, нате, нате. Раз уж я креативен. Вот, что ты можешь продать? Всякую хрень. Ну, в общем, понятно. Тут можно. Вот. Кстати, вот он еще один. Этот Warface или как. Довольно-таки они тут часто спавнятся. Вот. Один замок, вот эти вот данжены с зомбями. Тут, по-моему, у Лутика есть Darksteel. Ну вот, смотрите, какие огромные здания из этого Warface. Так, давайте, чтобы они меня сразу тут не убили, сожрем яблоко. Вот они тут, видите. Как их тут много, у них вон тут всякие оружия, я даже не знаю. Какие вот здоровые у них этих. Так, кстати, давайте день включим. Вот. И все вот это они. И есть тут они всяких вот этих вот штукенций, блин. Какие хочешь. О, какие здания у них. Офигеть, здоровые. Вот эти. Это что такое за звук? В смысле? Это такой дирт? А, это наверное. Вау. Ты кто такое? Полис археологи. А, да, тут археология есть. Можно создавать этих. В деревнях есть археологические чуваки такие. Не знаю, может найду. Ну вот, супер данженов, форестри с дополнениями есть, технические моды, ботания. Томкрафта тут не подвезли. Ну, у меня, во всяком случае, ничего не лагало, все работает замечательно. Вот, биома пленти тут есть, что довольно-таки приятно. Потом сейчас найду эту структуру. А, вот она, эта структура, которая мне очень понравилась. Это тоже этот Warface или как он там. В общем, вот такая вот лабиринт круговой. И внизу у нас живет вот такая рыбка. Я тут, естественно, помер, как видите. Вот, удалось понасобирать всякого. Вот, и тут у нас, как видите, немало ресурсов. Вот такие немножко лабиринты тут есть. Тут, правда, ходит. Но я сейчас с ночным зрением. А что такое А, фосиль археологии. Короче, офигенные катакомбы тут у них. Дорогие всякие руды лежат. Вот, но правда тут и проблема, что всякие ходят. Это что такое? Инферниум. А, мо. Значит, тут есть. Ух ты, котел горит. Оре варлорд. Давай проинициализируем их. Ага, сейчас. О, какая у вас армия. Орки ждут вас. Так, орк. Орк локоут.
Блин. Ага, сейчас орк локоут. В общем, придется внизу с ними повоевать. И в эти вот сундуки я могу их открыть, но вы не откроете, пока не убьете всех этих орков. Будет написано, что был заблокирован. Так, это что за мод? Mystical Agriculture. Orco Low Code. В общем, прикольные вот такие вот. Пока я в креативе, видите, мне дают это сделать. Так, а как тут выйти? Где-то тут центр. Ну, короче, мне понравился. Блин. Эй, орки, выпустите меня отсюда. Вот такое у нас и, значит, интересное здание. Так, блин. Не, не туда. Вот туда я должен куда-то идти. Блин, как из этих лабиринтов выбраться? А, вот они. Кстати, ночь. Включим день. Вот, сюда я пришел. Мне их не дали открыть. Пишет, вы не можете их открыть, пока вы не убьете этих. И появился этот чувак, он меня затроллил, и я, короче, и сдох. Ну, место интересное. Так, теперь идем в деревню, наверное. Где она, деревня-то? Ай, вот там где-то. Вот, очень часто попадаются такие деревни с фосиль археологии ревелал. Fossils and Archaeology Revival. Ну, в общем, вот. Появляются вот такие вот всякие штуки. Я помню, тут можно как-то этих выкапывать Broken Culex. Usage Painting Machine. Pottery Shard. Насколько я помню, тут можно делать всякие изучения, да? А, еще скраб надо какой-то положить. Вот делается вот таким макаром. Его начинает изучать. Или что, надо еще что-то. В общем, я этого мода не знаю, так что извините. Тут вот всякие всякая всячина стоит. Это я не знаю, но я помню, что можно динозавров с помощью этого мода вызывать. Так, и еще, ну, насчет того, что в этой сборке есть. Так, миллионер не надо. Вот так. Что у нас тут есть? Вайскрафт, Ворифуил. Это же не знаю. Вискрафт какой-то. Без понятия. Тинкер Констракт. Но это понятно. Его везде суют. Так, наверное, не так будем прокручивать, потому что он очень длинный. Twilight Forest обыкновенный. И, судя по всему, более прокачанный, потому что вот этих вот блоков я не видел. Вот эти видел, а вот этих нет. Наверное, что-то еще добавили за то время, пока я в него не играл. Надо будет как-нибудь его пройти. Так, ну понятно, Twilight Forest. Simply Jetpacks. Ну, в общем, поразвлекаться, думаю, вон оружие. Storage, Refine Storage Add-on. Это понятно. Это AE переделано. Так, это что у нас? Refine Storage. Тоже вот уже обновили неплохо. Project Red много. Palm Harvest Craft — это еда. Open Blocks, ну, знаменитый. Так, рецепты не изменены. Рецепт, не, не изменено. То есть ванильный. Open Blocks, это понятно. Натура, то есть в аду у нас будет Mystical Agriculture. Значит, полетная броня будет. Интересно, будет ли она. Рецепт, Fly. Рецепт. Да, она есть и не изменено. Так, Мисткрафт. Да, он был в прошлой версии. Но это у нас идут миллионеры. Это знаменитая. Механизм. Генератор. Механизм. Гиндастри. Лех. Кто любит пчелок. Вот он, фосил. Эти дракончики всякие. Фосил агрикультура.
Culture, этот Fusil Archaeology, Forestry, пчелочки и фермы всякие. Экстработани, не знаю, что такое экстработани. Что-то новое. Экстремы реакторы. Экстработани. Что-то переделали, я этого мода не видел. Эндро.io, понятно. Что это такое было? А, это chickens для птичек. Биллкрафт. Зачем я его сюда сунул, я не очень понял. Ну, Биллкрафт есть. Так, давай. Нифига себе, как всегда, со своими этими структурками. Так, Биллкрафт, ботания, обыкновенный магический мод. Вот единственное, что-то не хватает, наверное, Фоамкрафт. Бенни Генетикс, это опять Forestry дополнение. И что-то Бенни Мод раньше назывался, по-моему. То есть можно все выращивать на пчелках. Все, что вы хотите. Бенни Ботани, Библия Крафт, это Ациент Warfare Венциклес. Вот тут как-то можно. Ух ты, гробы даже есть. Тотем Мидлен. Я его видел у Пан Майнкрафта. Он там армию создавал, они у него там что-то делали. Вот. Агрикрафт. Агрикрафт. Это что такое? Агрикрафт. Забыл уже. Ну вот, вот такие моды. Такая вот приятность. Сейчас я, наверное, схожу на сервер, чтобы более-менее показать, что это такое. Вот. Нажимаем Official сервер. И... Так, я не знаю, слышно, не слышно. В общем... Вот. Я тут уже вот на самом сервере на данный момент нажимаем Tab. Никто не играет, кроме меня. 93%. Это что-то грузится, я так понимаю. Вот. Я от спауна дошел недалеко. Так. Вот у нас где-то тут спаун. А, вот он, спаун. Можешь сходить. Что он там делает? Вот. Ну, я уже тут, как видите, по точечкам. Где он? Йод. Вот, уже два раза помирал. По одной простой причине. Когда вы тут приходите, вам... Я, наверное, в чей-то дом зашел, так что не очень хорошо. Вот. Да знаю я про миллионеров. Так, где этот... Ой. Тут уже до меня, естественно, кто-то ходил. Вот, ну, в чем плюс, что я просто зашел. Ну, наверное, для того, чтобы сюда попасть, вам надо будет лицензии. А чтобы самому поиграть, если у вас даже лицензии нету, то могу сказать, что есть возможность. Просто это... И да, эта сборка, она... Ну, как видите, есть. Так, где этот спаун? Я хочу пойти на спаун и сделать РНД... Я так более-менее чуть-чуть тут подобрал всякого всячины. Вот. Когда вы стартуете, да, вот появитесь, вы появляетесь здесь. И набрав RTP, вас рандомно тпшн. Вот. Я так первый раз сделал, но поскольку появился ночью, и советую, если ночь, сразу делать в ноги. Вот. Меня куда-то тпшнули. Я даже не знаю куда. Вот. Ладно, чтобы я один, поэтому я могу поставить кровать, переночевать. Вот. Дождаться. Если вы одни. Я не знаю, может, тут еще работает. Штаны только у меня есть, да? Мало я тут понабирал. Вот. И можете начинать тут. Кстати, видите, 64 тысячи меня куда-то кинуло. Это, по-моему, хороший.
Это миллинеровские издания. А там это черное. Ой-ой. Здоров. Ты хлеб у меня хочешь купить? Ой. Кто ты? Что ты? Что ты хочешь? Ой, давай посмотрю, кто там так шлепает. Ох ты, Езу Мария. Офигеть. Ладно, идем отсюда. Нахер. Вау! Типа... Все? Отыгрался? РТП. РТП. Ну, вот так вот и закончилась моя... А, колдинг. Ну, давайте идем вот в эту сторону. Country колдинг. 8 минут 15 секунд. В общем, меня тут убили. Ну, во всяком случае, с едой тайт. Это еще не wildless. Когда появится wildless, это защита спауна. Поэтому вот, wildness. Wild. Ну, с едой тут никаких проблем нету. Вот, как видите, со зданиями всяким, вон, пожалуйста, еды тут. Не помрете точно. Только вот... Брик чаем. Тут уже кто-то живет, так что отсюда идем. Это уже кто-то тут пытался поселиться. Валдис. Эти вот территории. Это я сейчас на сервере, если кто не понимает. Вот. То есть вам ничего делать не надо. Не создавать сервера, ничего. Заходите и играете. Изучаете тут. Вот. Еды тут хватает. Данжей. О, вот там что-то. До хрена данжов. Данжей. Какие-то тут. Еды. Залейся. Вон, все, еда кругом. Это на скале. Это... А, там деревня. Хотя она, быстрее всего, уже кем-то уже быстрее всего. Так, где тут кто-то костями гремит? Где-то кто-то уже быстрее всего там, если не такой лентяй, как я, то уже быстрее всего добрался до верха. Я ограбил всю деревню, мою деревню, которую я хочу пограбить. Так. Вот я не знаю, тут есть этот режим ПВЕ, ПВП. А, и тут миллинейры. В смысле, га? Так, что такое огромная деревня? А, и тут чувак живет, поэтому он ее уже, наверное, развил, я так понимаю. Тут он уже. А, ну да, тут чувак живет, наверное. Он ее уже развил. Видите, как развилась? Или у нее Чанклодер стоит? Фигеть, они тут развились. Прикольно. Это чужая деревня. У него тут уже это византийцы, насколько я помню. Они уже тут виноград растят. Деревня офигенно огромная. У меня же денег нету, да? Я им ничего продать не могу. Вот. А, вот, простая деревенька. А, я вспомнил. Это Ruins мод. Ну, судя по тому, что они тут сильно развиты, то тут уже ловить нечего. Хотя он есть. Ну, тут быстрее всего чувак тот, что тут уже живет, он все ограбил. Нечего воровать, тут все воровано до нас. Хотя есть шанс, что ему это нафиг не надо было. Да, я же говорю, он тут был. Потому что деревня развита, и тут, значит, ловить нечего. Можно куда-нибудь подальше пойти, но тут далеко уйти надо будет. О, а на сервере не так много этих данжей. О, есть данжик. Тут, в принципе, как я понял, можно играть с начальным оружием, ничего не делать, просто ходить и...
Ага, первый признак того, что опасное помещение. Вот, видите, этот данж впереди. На нем очень много света, вот таких вот фонарей. Если очень много фонарей, то это опасное место, туда лучше не идти. Вот в таком вот состоянии, как у меня сейчас, сразу вас там загубить. Вот, подвисающий. Поживем всего тут. Вот, я тут много проходил, много, если я даже вначале тут хотел дойти до своей деревни, ну, до того места, где я помер. А потом, когда понял, что туда 64 тысячи пищедралить, то отказался от этой идеи, и меня по пути кто-то там загубил. Так, там та деревня, где я бывал, это пчелы. Ну, это, в принципе, безопасно тут побегать. Вон, допустим, вот этот домик свободный. Это эти структуры, мод структуры, насколько я помню. Вот подо мной что-то там зужало, то это, можно, возможно, данж бил. Вот, ягодки есть. Так, вот тут бывает иногда ящики, но тут ничего нет. Там что-то я видел. А, и там бандиты, 100 баллов. Я туда даже подходить не буду. Я вам подойду, смотрите. Если ты много фонариков этих свечей, то сразу он. А, тут кто-то живет. Не один такой умный в эту сторону. Насчет команд, как тут, что тут, я без понятия. Ну, рыбалка, ботаника, кстати. Очень прикольно в море. Там часто бывают эти корабли с жителями такие прикольные. Ладья такая, как бы, ну, и в ковчег типа сделан. И там очень много жителей. Там прямо они тусуются, их там... квартира. Тут уже кто-то взломал. Да, тут уже, видите, побывали. Поэтому, наверное, выгоднее этот РТП делать. Тут кто-то заходит. Ну, я вот сколько играл, никого не видел. Ну, а это Кварк, по-моему. Вот. Ну, вот примерно так выглядит игра на сервере. Довольно-таки не так часто спавнится. Судя по всему, спавнится все эти... блин, данжи. Хотя, как сказать, как попадешь, наверное. Вот, мир довольно-таки красивый. Вот, кто-то тут строился уже. Ну, как-то игроков нету, я не знаю, вроде бы тут и... О, тут человек уже развился. Вау. Сир Эглец. Ну, естественно, защита, значит, есть. Это что такое? Пациент Warface. А что, так можно было? Три фарм. Я бы сказал, бы прикольно, смотрите. Ой, это ж... А, это кто-то рыбу, наверное, ловит, когда он приходит. Хату он построил себе красивую. Или это не он? А, и у него тут wellness, миллинеры. Миллинеры. Микки Хиро. А, это китайцы. Или японцы, не помню, как они тут. А там что там? Какое-то здание стоит. Ну, тут японцы тоже, видите, развиты. Ну, тут, судя по всему, кто-то копал чего-то. Вот. Если вам, если вы заблудились, ну, по-моему, это должно тут работать. Так. Ну, тут я ничего интересного не найду. Да?
Вот, по идее, надо спавн. 5 секунд, да, всегда вы можете вернуться на спаун, если что-то случилось или не так, вот, появились тут, и потом попробовать РТП, да, РТП. О, сейчас, ну, правда, уже ночь, поэтому очень хреново будет. Ну вот, РТПшнули меня. Есть какое-то здание. Так, тут что-то есть. Ой. Фу. Я сам испугался. Это так миллионеры стартуют. Это миллионеры. Нет, это не миллионеры, это барбарианы. А, интересно, есть команда return? Reload, return. Нет. Здесь команда, которая, по-моему, help. Entity, команда купуса, debug, chunkus, tab. Нажмите. Подождите. Help. А как больше просмотреть? Help page one, page one. Ну вот, можно писать help 2 page, help in view, me, help, home есть. Help 3. Kick name, loader, nick, rec, mildebook, resource village, чего-то там. Help 4. Ну, в общем, понятно, да? Set home, spawn, tame, mcdd, trunk, map. Так, и help. А как на место смерти вернуться? 5. TPA, TPAC, trash, warp, me, morpheus, tell. И help 6. Telltale trigger. Не, нету. И, кстати, вот в этом месте тоже не задерживайтесь. Тут зомби, хоть тут и освещено, тут зомби все равно появляются. Вот. Вот и все, что хотел показать о этой сборке. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. Все ссылки на то, как поставить и как найти эту всю сборку, будет в описании. Ну что, с вами был Альвинос. Как всегда, обзор о сборках. Единственный минус в этой сборке, что тут нету, как они, квестов. Ну, кто не любит, тут свободно все, нету квестов. Тут уже что хочешь, что и делай. Отходишь, воюй, ходишь, бегай, прокачивайся, хочешь, занимайся техникой, хочешь магией. Ну, в общем, что хочешь, что и делай. Хочешь археологом будь. То есть для команды из пару человек довольно-таки интересный сервер. Вот. Ну все, пока.